a season of restoration. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Он пришел на Дримвик, и явился ему ангел Господень. Обратите внимание, что ангел написан с большой буквы. Это Иисус в Ветхом Завете. В пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление». Он хотел увидеть, почему эти люди горят для Бога. Отчего это куст не сгорает? Господь увидел, что он идет, что он поднялся со своего комфортного кресла, встал в воскресенье, проехал час по пробкам, чтобы попасть в церковь. «Мне нравится, какая здесь драма», — и сказал Бог. «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, убери старое, убери боль». Убери свои привычные идеи, когда приходишь к Богу, положи что-то. Не приходи благодаря своим предкам, своей культуре, своей традиции, своим методам, своим ошибкам. Просто приди, так сказал Иисус. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И сказал, я, Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Ветхий Завет. Люди все еще говорят о мраке и погибели в Новом Завете. Словно Бог принес ковид, принес проблемы и бедность. Люди говорят, если Бог любит нас, то почему Он допускает все это? Потому что этот мир все еще принадлежит Богу этого мира, сатане. Мы в этом мире, но мы не от Него. Мы в этом мире для того, чтобы устанавливать Божье Царство среди хаоса и проблем. Мы здесь не для того, чтобы Египет поглотил нас. Мы здесь, чтобы выводить людей из Египта и вести в Ханаан вечность. Мы здесь для того, чтобы попирать ад и наполнять небо. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Африке, в ЮАР из-за пандемии, и услышал вопль его, безработица, насилие по половому признаку, бедность, убийство и все остальное, о чем просто не хотят говорить. Но для того, чтобы Бог зажег в нас огонь, нам нужен великан. Мы не бежим при виде великанов. Психиатры говорят, что люди реагируют двумя способами. Бегут или дерутся. Так что, CRC, мы не бежим, мы деремся, мы просыпаемся, встаем, приходим, меняем мир силой Духа Святого. Если вы готовы раскрыть свое поколение, поднимитесь на ноги и прославьте Господа. Ну давайте же, прославляйте Его. Ведь сказано, иду избавить Его от руки египтян и вывести Его из земли сей в землю хорошую пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев. Они были великанами хитеев, амореев, ферезеев, евеев и других разных веев. Когда дьявол приходит, это говорит о том, что Бог желает поднять нас на новый уровень. Чем больше тьма, тем ярче свет. Это не время для того, чтобы церковь спала. Это не время для того, чтобы сдаваться под натиском времен. Это время для того, чтобы стать победителями своего поколения. Это не время для того, чтобы лечь. Это время, чтобы гореть во имя Иисуса. Это не время для того, чтобы сидеть, но стоять.
Бог говорит, я избавлю народ. ЮАР, Зимбабве, Гану, Нигерию и вашу страну. Но я не сделаю этого, Моисей, пока ты будешь сидеть в углу и молиться. Я верю, что он молился, да. Мы много просим в молитве. Вы скажете, пастор, о чем это вы говорите? Мы готовы молиться, но не готовы действовать по нашей молитве. Мы молимся и возлагаем ответственность исполнения на Бога. Мы хотим молиться, но не хотим свидетельствовать. Мы хотим молиться, но не хотим кормить бедных. Мы хотим молиться, но не хотим экономических реформ. Мы хотим молиться, но не хотим действовать. Мы хотим молиться, но не хотим поднимать руки, как Исаия, говоря, «Господи, вот я, используй меня для реформации, сделай меня Есфирью и Еремией, Давидом, чтобы убить Голиафа, который поработил мое поколение. Подростковая беременность. Я буду чистой девушкой, я не поддамся давлению сверстников. Я буду голосом, который скажет, «Нет, вы принадлежите Богу, вы дети Божьи, вы слишком хороши, чтобы пойти по этому пути. Вам не нужен папочка, чтобы попасть в университет. У вас есть Отец Небесный, есть путь и Его имя, Иисус Христос. Бог ищет тех, кто будет менять мир, менять историю. Бог ищет человека, который поднимется во весь рост. Вам не нужно много сил для того, чтобы встать, потому что сегодня все сидят. Поднимитесь, оденьтесь, придите, и тогда вы окажетесь выше всех остальных. В классе, в университете, на районе. Анжелика сказала мне, что сегодня на воскресную школу пришло 8 детей. Меня исправили 11. Но были и другие, которые сказали, «Отведите нас в церковь». Они хотели попасть в церковь. Это голод по Богу. Это не время для того, чтобы лечь. В то время как взрослые хотят сидеть дома, на диванах, дети, скованные бедностью, пережившие насилие, говорят, «Я хочу пойти в церковь в воскресенье». И сегодня мы собрали 800 детей из Мамелоди и других бедных районов. Они приехали сами, потому что Бог поднимает новое поколение в нашей стране, и дьявол не сможет остановить то, что делает Бог. Богу лишь нужно, чтобы вы приходили и приходили. Так что приходите в политическую сферу. Я говорил с двумя серьезными бизнесменами после служения. Я не политик, это так. Но есть определенные вещи в политике, с которыми мы должны разобраться. На протяжении многих лет церковь хотела лишь молиться, а не участвовать. А затем мы критикуем людей, которые пишут законы. Но мы сами не выступаем в наших собраниях, советах, мы не участвуем. Я сказал одному человеку, «А почему бы тебе не принять участие?» Он сказал, «Нет». «Я не люблю политику», на что я ответил, «Тогда кто-то другой будет писать будущие законы, и тебе придется следовать этим законам». Мы можем молиться сколь угодно. Бог говорит, «Я создам мое царство, которое будет выше других царств». Это касается и политики. Образование, развлечение, спорта, всех сфер жизни. Бог желает установить свое царство и вернуть свой порядок обществу, чтобы наши дети снова были свободны, чтобы девочка могла играть в парке без страха. Мы должны уничтожить амаликитян и евусеев. Мы должны победить великанов. И это не случится, если христиане будут сидеть. Обратите внимание на то, что Моисей пришел к кусту. Он не сидел, он пошел навстречу с Богом. Когда человек встречается с Богом, он встречается с целью. Его направление меняется.
как у Павла по дороге в Дамаск. Вот кто я такой, и Моисей оступился. Он поспешил с волей Божией. Бог призвал Моисея для избавления. Он был красноречив. Его воспитали при дворе фараона. Он привык к богатству, влиянию. Его имя было выбито на камнях. Но после того, как он убил египтянина и убежал, его имя было стерто, потому что он был вторым сыном фараона. Мы знаем эту историю, да? Я хочу сказать вам, что ваша ДНК, ваша личность — это признак Божьей цели вашей жизни. Моисей был борцом. Моисей знал, что Бог призвал его к чему-то великому. То же самое касается и всех вас. В детстве ему пришлось бороться, чтобы выжить. Его мать положила его в корзинку. Она хотела воспитать его как избавителя. У Бога есть судьба для вас. Вы можете знать или не знать своих родителей. Вас могли усыновить. Это не важно. Вас могут называть ошибкой, но это не важно. Вы живы. У Бога есть судьба для вас, потому что Он призвал вас для такого времени. Это величайшее время в истории церкви. Бог призвал вас. Это не веселый момент для церкви. Это момент для того, чтобы побеждать великанов, закрывать пасти львов, менять порядок в обществе. Люди хотят принести новый мировой порядок из Европы. Нам же нужен порядок Божьего Царства. Вот почему мы живы. Вы должны быть Даниилом, Сидрахом, Месахом или Авденаго, Деворой, Есфирью. Аминь. Не забудьте про женский марш в субботу с 11 до часу. Готовьтесь и приходите к зданию профсоюза. Вы найдете информацию на нашем сайте. Пасторы расскажут вам. Мы не будем больше молчать. А если они не будут слушать братьев, то сестрам нужно подняться и возвысить свой голос. Сестры должны сказать: «Хватит, мы не поддадимся, мы не осквернимся, мы будем голосом жителей ЮАР, женщинам пора подняться». Аминь. Итак, Моисей поспешил с волей Божьей. Он был борцом и убил египтянина. Он хотел остановить драку между двумя евреями, а они сказали: «Ты убьешь нас так же, как вот того». Моисей испугался и убежал. Мы снова читаем о Моисее, когда он сидит у колодца. К нему приходит дочь Иофора, священника. Ей нужна была вода. И что делает Моисей? Он берет свой посох, который не был тогда помазан, потому что он действовал по плоти, и отгоняет им пастухов. Он дает воду этой женщине, и она становится его женой. Поступок доброты. Только представьте себе, если вы будете добры к той девушке, она может выйти за вас замуж. Аминь. Сделайте брату чашку кофе. Дайте ему воды. Не нужно махать бедрами. Можете праведно посмотреть на него. Аминь. Бог поведет вас к вашей судьбе. Итак, Моисей потерял уверенность. Мы видим продолжение этой истории. Он бросил Бога, бросил себя, как это сделали многие из вас. Вы могли разочароваться, расстроиться, упасть, потерять кого-то, пережить трагедию, боль. Сатана мог напомнить вам о чем-то в вашем прошлом, принести депрессию и отчаяние. Есть много вещей, которые крадут судьбу у людей. Они начинают блуждать не в пустыне, а в разуме своем. Это пустыня, ежедневное выживание. Вот какими были 40 лет Моисея. Бог избрал его и поставил. Но он отвернулся от Бога, от призыва Божьего, сдался просто. Но Бог не бросил его. Точно так же Бог не бросит и вас, потому что Он Бог не только второго, но и третьего, четвертого, пятого и множества других шансов. Когда вы убегаете от Бога, Бог начинает бежать за вами. Одно дело, когда вы бежите за Богом, и совсем другое, когда Бог бежит за вами.
Когда вы принимаете Бога, это одно, а вот когда Бог принимает вас, это совсем другое. Вот что случилось с Моисеем. Он был в восторге. Он пришел на конференцию, и поклонение коснулось его. Но он все равно держался на расстоянии. Он изучал церковь, атмосферу. Бог говорит: «Сними свою обувь, успокойся в разуме. Оставь мнения и вопросы, фильтры, боль, все предрассудки. Оставь все это, приди ко мне как есть. Я знаю твое прошлое, твои неудачи. Моисей, ты все еще тот, кого я избрал. Я все равно использую тебя, чтобы освободить свой народ. Я пришел и избрал тебя еще до того, как ты сформировался в утробе матери. Я узнал тебя, создал тебя и призвал тебя пророком для народов. Братья и сестры, наши дела не определяют нас. Нас определяет то, что Иисус сделал для нас 2000 лет тому назад. Нас определяет не наш ум и смекалка, нас определяет благодать Божья, наш Спаситель, Избавитель, Бог, который так сильно возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, который искупил нас Своей драгоценной кровью. Вот почему вы должны любить и ценить себя, познавать Бога, чтобы познавать себя и быть тем, кем вас хочет видеть Бог. Я верю, что Бог сделает это. На этой неделе Бог оживит мечты, зажжет огонь, восстановит видение. Самсон, ты был скован зависимостью. Ты ходил с ней вновь и вновь. Ты ослеп из-за своих ошибок. Ты не сдержал обещания, которое дал Богу. Но Бог говорит, что твои волосы вырастут вновь. Я Бог, который вернет тебе видение. Я выведу тебя из тюрьмы и введу во дворец, чтобы ты еще раз потрудился для меня. Ты сделаешь нечто великое для меня. Ты станешь избавителем. Твои волосы снова отрастут, и ты сможешь заглянуть в сферу сверхъестественного. Если вы ощущаете Бога в духе, то прославь Его во имя Иисуса. Аллилуйя! Итак, Израиль оказался в локдауне. Бог пришел к человеку. Когда у Бога есть план, Он всегда находит мужчину или женщину. Бог всегда на небе. Иисус находится рядом с Ним. Дух Святой живет в нас, и единственный, кто мешает явиться Сыну погибели, Антихристу. Это Дух Святой в церкви. В тот день, когда Дух Святой заберет церковь отсюда, начнутся 7 лет хаоса. Я буду проповедовать об этом в ближайшем будущем, потому что мы должны различать времена и понимать тот момент, в котором мы оказались. Мы не можем играться, баловаться, жить со светильниками, в которых нет масла, и при этом думать, что все будет хорошо. Мы должны пережить свой горящий куст. Вы не можете служить Богу своих отцов. Он может быть Богом ваших отцов, но вы должны сами встретиться с Ним, потому что у Бога нет внуков. Каждому нужно личное откровение об Иисусе. У Него нет сирот. Я верю, что вы получите Его через наше поклонение, через наше служение людям. Мы будем верить, что Бог прикоснется к вам, заново зажжет огонь, покажет цель и даст веру, чтобы исполнить то, ради чего Бог поместил вас на эту землю. В противном случае, в чем смысл жизни? Соломон, мудрейший человек, за исключением, конечно, нашего Господа Иисуса Христа, говорит, что все тщетно. Он был самым богатым человеком в мире. Люди со всего мира приходили посмотреть на то, что он построил. И он говорит: «Я покупал то, что желали мои глаза». Вы можете купить 5 или 7 спортивных машин.
Жить в домах с картинами и коврами. Да, это хорошо, я не против этого. Но меня это не впечатляет. Вы пришли нагими в этот мир и нагими уйдете. Вы пришли младенцем и уйдете ни с чем. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь все это, если вы помогаете бедным, помогаете другим. Живете не только собой. Это нормально. Если вы боролись с бедностью и пытались облегчить страдания в этом мире, мы должны понимать это. Бог не родил свою церковь на день Пятидесятницы, чтобы мы собирались вместе и хорошо проводили время. Нет, братья и сестры, церковь — это обитель Бога. Церковь — это место встречи с Богом. Церковь — это место, где Бог открывает вам проблемы в жизни и меняет вас. Бог даст вам огонь, чтобы вы не жили только ради себя. Вы можете быть большим. Возможно, вы прошли через страдания, но по благодати Божией вы можете использовать те страдания, через которые вы прошли, чтобы исцелять других. Возможно, Он исцелит вашу боль, когда вы будете исцелять боль других. Моисей 40 лет бродил бесцельно по пустыне, но одна встреча изменила все. Скажите, одна встреча? Одна. Когда вы снимаете обувь, когда меняете разговор, когда приходите и говорите с Богом, как это сделал Моисей у горящего куста, когда вы оказываетесь в Божьем присутствии, вы не можете много говорить. Легко спорить о разных вещах. Но когда вы оказываетесь рядом с Богом, на святой земле вы мало что можете сказать. Потому что вы не будете говорить, ведь так? Как Моисей, а люди боятся. Они не хотят идти в церковь. Они используют любую причину, чтобы избежать Божьего присутствия. Каждый человек знает, что, оказавшись рядом с Иисусом Христом, как это было с Павлом, вы мало что можете сказать, потому что вы прах. Я хочу обратиться к нашим зрителям и сказать, что Бог так сильно возлюбил мир, что отдал Иисуса, чтобы тот умер за вас. Возможно, вы не уверены в том, что попадете на небо, если умрете. Возможно, вы не отдавали свою жизнь Иисусу. Я хочу помочь вам сегодня. Возможно, вы ушли от Бога, как это сделал Моисей. Вы можете вернуться к Нему, положите руку на сердце и скажите: «Господь Иисус, я возвращаюсь к Тебе. Я отдаю Тебе свою жизнь и все, что у меня есть. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя».